Спорт день за днем представляет проект «Территория спорта день за днем». Санкт-Петербург – северная столица российского спорта. В каждом районе города есть площадки и арены, которые способны удивить. Мы расскажем, где можно полноценно тренироваться, не отходя далеко от дома или от места вашей работы. Парк авиаторов между Новоизмайловским проспектом, Кубинской улицей, Кузнецовской улицей и Бассейной улицей. Относительно недалеко от Парка Победы. Очень интересное место с богатой историей. Мало какой питерский парк, тем более вне центра города, может похвастаться таким наследием. Более 100 лет назад здесь был тренировочный аэродром-полигон. В свое время на нем работали такие титаны, как Петр Нестеров и Валерий Чкалов, а сам Сикорский, конечно, еще молодой, испытывал на этом поле свои модели. В годы Второй мировой войны площадку сильно разбомбили, да и в любом случае, в силу стремительного расширения города, самолетам здесь уже было совсем не место. Кругом росли жилые кварталы. Прямо по бывшей взлетной полосе пролег Новоизмайловский проспект, а часть окружающей территории отдали под парк. Естественно, назвали его в честь авиаторов. Центральным местом нового парка стал островок с одним из самых оригинальных памятников Петербурга, взлетающий с постамента вверх истребитель МиГ-19. Памятник очень сложный по конструкции, самолет почти что висит в воздухе, а высота более 10 метров. Это стоит того, чтобы взглянуть поближе и сфотографироваться. Здесь много естественной зелени, а петербуржцы очень трепетно относятся к ней. Любые попытки застройки парка вызывали резкое негодование жителей района. Ну и, как видите, парк сохранился до сих пор. Однако его спортивный потенциал также до сих пор не раскрыт. В 2000-х здесь планировалось создать теннисную школу с прилегающей инфраструктурой. Теннис тогда как раз был в большом фаворе, а российские теннисисты, в том числе, кстати, и петербуржцы, кое-чего добивались. Но проект пролежал много лет и в итоге был отвергнут. Ничего лучше долгое время придумать не могли. Парк оставался неплохим местом для прогулок, для тех, кто любит естественные места, но и только. Наконец, в 2022 году заговорили о серьезной реконструкции этого места. Районные власти собирали отклики от жителей, проводили прямые эфиры и трансляции, в которых принимали участие до 6000 человек. Среди прочего, прошло предложение создать памп-трек для велосипедистов. Если все пройдет удачно, то это будет одно из главных мест для велорайдеров города. Извилистые дорожки парка авиаторов просто идеально подходят для BMX. Только огради площадку, чтобы райдеры не сталкивались с гуляющими. В целом, здешняя густая зелень больше располагает к велоспорту, чем к чему-то другому. Кроме того, этот парк может послужить хорошим прецедентом того, как районные власти учитывают мнение жителей самого района, в том числе и молодых спортсменов. Рядом будет зона отдыха, напоминающая то, что сейчас застраивается в Заневском парке. Мы рассказывали о нем в предыдущих выпусках. Таким образом, юг города будет приобретать все более сложившийся однородный вид. Кроме того, на участке у Кузнецовской улицы планируется создать небольшой веревочный парк. Это хоть как-то компенсирует утрату старого лунопарка, который базировался здесь до 90-х и до сих пор греет память старшим поколениям петербуржцев. С нетерпением ждем, когда парк авиаторов раскроется по-новому. Пока это зеленая зона для прогулок, но для спорта здесь пока слишком мало места. We'll be right back.